27 июня в Москве стартовал форум «Гражданский диалог, общественная дипломатия и дружба народов», в котором приняли участие представители молодежных парламентов 5 стран – России, Армении, Таджикистана, Белоруссии, а также Приднестровской Молдавской Республики. Делегации предстояло посетить Государственную Думу Российской Федерации, Общественную Палату и Совет при Президенте, правительство Московской области и один из муниципалитетов региона. Участники форума выбрали Ленинский район, на примере которого они хотели ознакомиться с работой органов российского местного самоуправления. Это один из тех районов, который находится в непосредственной близости от Москвы, да, но при этом, при всем, то есть он сильно отличается от Москвы своей экологией, своей чистотой, своей системой управления. Вот, и на наш взгляд, на примере Ленинского муниципального района можно посмотреть некий разброс, да, то есть, ну, или контраст. Вот, как система управления муниципального района и в то же время система управления таким районом, который находится в непосредственной близости от Москвы. Вопросы, которые делегаты задавали главе района, были совершенно разные. Кого-то интересовало, как у нас развивается спорт, других, как главе удается отслеживать проблемы жителей, а вот участника форума из Крыма интересовало законодательное устройство. Есть ряд вопросов, которые в Крыму не закрыты на сегодняшний день. Допустим, порядок передачи там водных объектов в рекреационную зону. Потому что в Крыму, допустим, они пользуются очень серьезным спросом в виде туристического именно кластера. У нас на сегодняшний день нет порядка передачи. То есть, если при Украине это был договор аренды, то в российском законодательстве нет этого договора аренды. Поэтому зададим вопросы вашему муниципальному образованию. Почему участники форума решили посетить именно Ленинский район, у главы муниципалитета вызвало удивление. Ведь на территории Московской области есть более передовые районы. Оказалось, что организаторы встречи решили приехать в Видное, потому что наш район интенсивно развивается, находится вблизи МКАД и визуально привлекателен. Мне понравился вот тот напор и интерес, с которым ребята с удовольствием вникали, иностранцы вникали в особенности нашего национального законодательства, например, устройство органов местного самоуправления. Я думаю, что, скорее всего, их визит как раз в муниципалитет был и связан, чтобы изучить еще раз на конкретном примере, посмотреть, а как работают органы местного самоуправления. Встречей остались довольны и представители молодежного совета Ленинского района. Они не ожидали в конце рабочего дня такой активности от гостей, ведь прежде чем посетить Видное, у участников форума был насыщенный график. Молодые активисты района обменялись контактами с представителями международной делегации и даже получили официальное приглашение посетить Ереван. Очень понравилось, тематика классная, молодежь разных стран, тем более в основном это наши СНГ, наши регионы, которые приехали. Ребята молодцы, ребята хорошие, обменялись контактами, будем списывать в социальных сетях. По завершению мероприятия участникам форума подарили памятные сувениры и договорились на дальнейшее сотрудничество. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.